Вместе с модой на здоровый образ жизни популярность набирают альтернативные методы лечения. Центр китайской медицины уже год работает на базе Минской областной клинической больницы. У нас могут пациенты получить весь спектр услуг с учетом имеющихся у них показаний и противопоказаний. Бесплатно процедуру классического иглоукалывания у нас получают пациенты, находящиеся на стационарном лечении в Минской областной клинической больнице. Амбулаторные пациенты получают у нас те же виды лечения, но только на платной основе. Здесь классическое иглоукалывание и различные виды рефлексотерапии. Начинать следует с консультации у врача. В центре проводят акупунктурное тестирование, после чего назначают соответствующее лечение. Мы используем все применяемые виды рефлексотерапии, которые применяются в традиционной китайской медицине, кроме фармакологических препаратов, которые китайцы используют совместно с вот этими методами. Однако китайские методики лечения применяют здесь не в чистом виде. Их адаптируют для белорусов. Чувствую, что немножко шевелятся и все. А так как бы отдыхаю, лежу и все. При каких заболеваниях прерогатива отдается китайской медицине? Китайской медицине прерогатива отдается при заболеваниях периферической нервной системы. То есть дискогенные пояснично-крестцовые радикулиты, шейные радикулиты, мигрень, головные боли, напряжения, потом нейропатия лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, бронхиальная астма, артериальная гипертензия. Геродотерапия, то есть лечение пиявками в дополнение к иглотерапии. Одно из самых востребованных направлений. Стерильных червей выращивают на специальных фермах. Секреты слюнных желез пиявок богаты биологическими веществами, и лечебный эффект закрепляется надолго. Чем отличается иглоукалывание от других методов терапии? Воздействие иглоукалывания на точки акупунктуры нормализует нарушенные функции организма и способствует процессу самовыздоровления. Прогревание кожи специальными сигарами, восточный массаж, лазера, света и электропунктура. В распоряжении пациентов зал ЛФК, бассейн и сауна. И все же главное, говорят специалисты, профилактика. Болезнь легче предотвратить, чем лечить. В этом солидарны белорусские и китайские врачи. Галина Пузынина, Алексей Шаплов. Наше утро.